Девчонки, всем привет! Это канал Модный сад. Меня зовут Елена, я из Алтайского края. В сегодняшнем видео хочу показать, как у меня начинают зимовать саженцы метельчатой гортензии. Вот, посмотрите. Никаких сооружений я им не горожу. Я их размещаю у себя на участке, там, где у меня больше всего наметает снега, чтобы, ну, как бы максимально минимизировать вымерзание. И я их стараюсь ставить пока в ту зону, где я почаще хожу, чтобы, ну, как вот мне говорят там старые люди по старинке еще, когда где ходишь, там мыши вроде как не бегают. Ну, как бы они пугаются и тому подобное. Мышей на участке у меня завались. Мы живем по соседству с курятником. И напротив меня поле. Поэтому полевок здесь хватает. Покажу. Так, мы забор и не загородили. Вот оно поле, где у меня полно мышей. И если посмотреть туда, там у меня напротив вон соседский курятник. Поэтому мне тут хватает раздолья. Не рискую ставить я в огороде в самом, потому что, ну, боюсь мышей, если честно говоря. Так все очень просто. Вот сегодня я тут ковырялась, немножко доукладывала. У меня не все гортензии были уложены. Здесь сегодня я вот немножко полазила. Ну, сейчас по возможности я немножко еще подкину снежка сюда. И все, так они у меня будут зимовать. А, еще такой момент. Я стараюсь вот эти вот свои ящики с саженцами раскидывать в разных частях своего участка. Ну, чтобы как бы минимизировать, опять же, вот это съедание мышами, ну и вымерзание. Если хотя бы в одном месте у меня вымерзнут или будут погрызаны мышами, есть надежда, что в другом уголочке моего сада и участка они все-таки останутся живы. Поэтому я делаю вот так. Никакого сухого укрытия я им не делаю. Боже упаси, иначе там будет рассадник самый настоящий. Вот, в принципе, видео хотела вам показать коротенькое. Вот. На этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока.